Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин после своей поездки на Дальний Восток несколько дней отдыхал. По словам Пескова, Путин провел это время в Сибирской тайге вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин вернется в Москву в среду вечером. По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. «Скоро будет в Москве, мы вам сообщим», — отметил Песков. Он не стал называть конкретное место отдыха российского президента. «Обычный отдых, тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — отметил Песков. Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин посетил Дальний Восток с рабочей поездкой. Он побывал в Приморском крае, принял участие в Восточном экономическом форуме и посетил Амурскую область. Отметим, что Путин уже не в первый раз выбирает местом отдыха Сибирь.